Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пренс, и у нас есть все для четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Это состав Лиля. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пренс, и у нас есть все для четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Это состав Лиля. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пренс, и у нас есть все для четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Это состав Лиля. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пренс, и у нас есть все для четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Это состав Лиля. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пренс, и у нас есть все для четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Это состав Лиля. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пренс, и у нас есть все для четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Это состав Лиля. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пренс, и у нас есть все для четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Это состав Лиля. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пренс, и у нас есть все для четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Это состав Лиля. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пренс, и у нас есть все для четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Это состав Лиля. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Идет вперед Неймар. Можно забивать. Как же так, он не попал. От
такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Шанс забить сейчас. Ну и решаться на что-то надо. Счет открыт, быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. 1-0. Сейчас будет веселее. ПСЖ в итоге остается без мяча. Неплохой пас получается. И свисток остался. Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пренс, и у нас есть все для четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Это состав Лиля. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пренс, и у нас есть все для четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Это состав Лиля. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня футбол живет здесь. Мы на Парк де Пренс, и у нас есть все для четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Это состав Лиля. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика.